Армянская общественность продолжает обсуждать итоги брюссельской встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна, передает Азия АС. Насколько я понимаю, в Брюсселе Никол Пашинян сдал 4 армянских села. На своей странице в Facebook написал армянский политолог Степан Даниэлян. Не удивляйтесь, если азербайджанские войска выдвинутся вперед, как в Фарухе. И не говорите, что это агрессия, добавил политолог Степан Даниэлян. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр!